Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем играть растения против зомби 2. Ну и мы, вот вы думаете, сегодня будет обычный день, но сегодня мы будем продолжать проходить вот этот квест. 5 уровней, один такой ящик. Сегодня мы продолжим проходить вот этот квест, сегодня мы пройдем вот эти 5 уровней. В одном ролике мы прошли только один уровень, не хватило времени, и мы не смогли пройти все остальные уровни. Но сегодня мы пройдем эти уровни. Еще нам открылся дзен-сад. Давайте посмотрим. Нам просят посадить цветок. Полить его можно. Полем. О, здесь можно что-то за кристаллы купить. Мы можем купить это за кристалл. Вау! Так, давайте все посадим. Ладно, шучу, я все знаю, как делать. Делай. Я хочу солнышку под солнышку себе. А у меня солнышко под солнышко вырастет. Ладно, пошли. Пошли уровни проходить, да? Так, второй уровень пошли. Так. Зомбачки такие серьезные, но мы справимся, мне кажется. Ставим сразу вот. Так, зомбачок идет. Давай атаковать, надо его атаковать. Атаковать. Оп. Бьем с него. Так. Ставить вишенку? Нет, пока заберегу. Давайте проходим. О, какая-то там спорка пошла. О, опять этот чел. Чел этот с канатом. Давайте силу используем вот этих чуваков. Что вот здесь поставил? Ой, зачем я вишенку поставил? Надо было вот эту поставить. Ладно, чего. Так, ставим. Надо будет вот всю линию вот таким образом сделать. А, все, мы выиграли уже? Все, мы выиграли, ребят. Мы победили. Что там следующее у нас? Так. Или подождите, ребят. А это второй уровень. Мы только что первый прошли. Мы должны... А, вот это второй уровень, получается, да. Нам просят зайти в дзен-сад. Зачем, я не знаю. Ну и что? Ладно. Я не могу ничего, никуда нажать. Это лагает чисто просто.
Я не могу никуда нажать, ребят. Давайте выйдем из игры. Перезайдем. Теперь заходим в ЗС. А, вот. Давайте ростки купим. Ладно, пошли еще один уровень. Второй уровень, да. Так, кого выберем? Давайте Дракострела. Кабачка. Так, нам просят удалить мусор. Опять это произошло. Хорошо, теперь отменять не будем. А то я только что отменил и произошел баг. А, все, я взял уже. Все. Так, пошли. Какая-то другая песня пошла. Птички. Кабачка ставим. Ребят, давайте, давайте. Уничтожаем этих. Ставим. Этих принцесс надо убивать просто. Эти принцессы так сильно мешают, эти, которые идут. Давайте, давайте. Кабачок, давай. Бо! Всех чисто уничтожил этот кабачок, ты бешеный. Все? Мы прошли. Следующий уровень.
Гаргон, чувак, какие... Если вы так. Блин. Что мне делать? О, наконец-то все, ребят, нажимается, да. Наконец-то, наверное, баг пропал. Так. Ну, блин. Теперь у меня все не прогружается. Что мне делать, ребят, я не понимаю. Что мне делать? Давай сейчас попробуем угадать, где Дэнсад. Вот заходим в Дэнсад. Короче, ребят, давайте в следующем ролике, когда эти все баги пропадут, мы пройдем этот квест. Просто это невозможно. Что это за фигня? Ладно, ребят, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.